gotta say the city. Yekaterinburg. I don't even know. I don't know how to say it. Да, я могу сказать, только старше свяжитесь со мной, как обычно, и все. Могу стать лицом. Привет, Ваня Стрибков. Yeah, tough time, just to explain where we at. It was like, is in the West? West? Yeah, because you don't understand any language. West? Did I speak? So we are not in the West, not in the East. We're a little bit north, in the middle. It's the West. It's the West part of the Russia. Но я думаю, что Уралмаш только на бумаге считается новичком. Они уже преподнесли несколько сюрпризов, да, обыграли и «Зенит», и «Краснодар», и в последнем матче обыграли «Нижний Новгород» на выезде. Поэтому относимся с большим уважением к команде и рассчитываем завтра победить. И я очень рад, что на баскетбольной карте России вновь появился Екатеринбург. К сожалению, времени недостаточно, чтобы прогуляться по городу, посмотреть достопримечательности, но в этом вам поможет Сергей Широк. Всем привет, да, очень приятно. Постараюсь вкратце рассказать про город, что смогу, что успею. Так что добро пожаловать в Екатеринбург. Город с большой историей, город, где есть что посмотреть, множество музеев интересных. Там, начиная с Ельцин-центра, где мы сейчас находимся, и очень интересный, можете сходить в музей радио, это Великую Отечественную войну Левитан оттуда вещал. Так что очень много интересного, много исторических храмов. Мы отсюда, наверное, можем увидеть там храм на крови, где Николай со своей семьей жил. За городом есть тоже очень такие намоленные места, Ганина яма, где впоследствии нашли останки царской семьи. Так что очень интересное. А по поводу города, наверное, как изначально он показался мне компактным, дружелюбным, что здесь все в пешей доступности, если ты живешь в центре, и все спортивные объекты тоже можно дойти пешком, либо летом, как сейчас модно, и все привыкли на самокатах. Но если есть, конечно, время, советую погулять вам, посмотреть, очень интересно. Я воспитанник сам хоккейного клуба ЦСКА с детства. С детства болел за ЦСКА и ходил на матчи баскетбольного клуба, когда еще играл за армейскую команду. Так что здорово, что сегодня получится пойти, поддержать. И хочу пожелать удачи армейцам. На другие виды спорта я сюда приезжал, когда ЦСКА играл в хоккей и футбол. А именно вот на баскетбольной арене первый раз. Арена прям классная. Видно, что людям тут нравится ходить на баскетбол. Ну, прям шум хороший, нравится. Когда вся арена поддерживает, очень хорошо слышно, а нам самим себя не очень слышно хорошо. Самих себя. Не очень хорошо слышно, как бы, но в целом периодически прорываемся сквозь гул, поэтому как будто норм. Моя любимая команда приехала. Не мог не прийти. А да, здесь живу 15 лет. С Москвы всю жизнь за ЦСКА болею. За футбольный, за хоккейный, вообще за клуб, за ЦСКА топлю. Как можно не приехать и не поддерживать? Тут больше половины это местные фанаты ЦСКА, екатеринбургские. Барабан, все это они принесли. А из Москвы сегодня поменьше людей, чем их. Хотелось бы побольше. Побольше бы хотелось бы, всегда бы. Между прочим, бы из Москвы бы. Болеем как можем, кричим, поддерживаем, требуем. ЦСКА всегда будет первым, мы победим. Мы будем болеть, а они должны выиграть. Все очень просто. Я не буду ничего придумывать. Сердце только клуб один. ЦСКА не победим. Так что вперед, армейцы, победим. Антон,
понравились Aware, потом 24 номер, 17. Обращали внимание на данки, им очень нравится, так что супер, спасибо. Слушайте, на самом деле, я прям был удивлен в том плане, то, что мы приехали за полтора часа, болельщики уже какие-то были. Это прям очень супер и здорово. В первую очередь они пришли посмотреть на свою команду, и они в этом плане молодцы. Шестой игрок всегда нужен команде. Played amazing today. I think he was very consistent with his shot. He was aggressive. He helped us a lot, both on defense and on offense. So it was a heck of a game for him, and I know that he has more in store for us down the line. So super proud of him, and looking for way more from him. Провальная такая вторая и третья половина третьей четверти. Вот. Переломный момент, наверное, стал то, что мы все-таки включились в защите и побежали, потому что отставание было уже 10 очков в третьей четверти. Некрасиво было. Поэтому, я думаю, все-таки включились и вернулись к тактике первой четверти, я бы так сказал. Переосмысливаем это все в тайм-ауте и начинаем возвращать себя. I think they had a good response. They played really hard and they went up a little bit. And I think we had an even better response. And that's something that's I'm pretty proud of as far as us and as a team. So yeah, I think it was a collective effort and we did really good together to be able to dig ourselves back out of that hole and work together. Obviously, I think a really good job from the coaching staff to see what was not working for us and kind of guide us the right way. Нормально, спасибо большое, вообще класс. Много положительных эмоций с победой ЦСКА.